Иван Крылов, басня «Квартет». Проказница мартышка, осел, козел, да косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Достали ноты, баса, альта, две скрипки. И сели на лужок под литки пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, деру, а толку нет. Стойте, братья, стой! Кричит мартышка. Погодите, ко музыке иди, выйди, вы не так сидите. Ты спасла, мишенка, сойди с поди факта. Я прямо сяду к груди в торы, тогда почешу с музыкой не дам. Мама, дырка, ты есть и горы. Расселись, начали квартет. Он все-таки на лад не идет. Я сыскал секрет. Кричит осел. Послушались осла, уселись чинно в ряд, а все-таки квартет не идет на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы и споры, как бы как сидеть. Случилось соловью на шум их прилететь. Тут с просьбою к нему, чтоб все решить сомненье. Пожалуйста, соловей, помоги нам. И ноты есть, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть? Чтоб музыкантом быть, так надо бы умение. И ушки ваши понежнее. Им отвечает соловей. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Под поклон